будет, какая, блядь, разница? Нормально. Там... А в десятке он не делается? Нет. Нет, не делается. Хукмастер, там не сложно, там надо, бля, просто это понимать, заебись, когда, ладно, я подожду, пока вы допиздите там, и потом Хукмастер мне ответит. Хукмастер, ты что будешь, кукли или босса? Спасибо, что молчите. Если он будет в кукле, пусть сам думает. Хорошо, я пью куклу, пуляйте. 3, 2, 1, пуляем. Умное решение. Да ебать, бесконечная болтовня, пиздец. Вы сами-то хоть понимаете, ну, сами хоть понимаете, у нас час остается. Это пиздец мало. Ебать, как я с лагами буду пить-то, сука. И друида нет, а нет, друида есть. Знаешь, у меня кнопки, сука, через раз не прожимаются из-за этих ебучих призов, блядь. У меня тоже так же, блядь. Блядь, лужа растет, пиздец. Мне как-то один не челик... заявил, что, короче, когда ты прыгаешь, то танк не уклоняется и не парирует. Но на самом деле меня наебал. Наглым образом. Но сегодня чел заявил, что когда прыгаешь, лужа быстрее бьется. Это так? Как? Нет, да. Когда... Когда разморозитесь, бегите от зеленого. От зеленого. Вот конкретно. И Нола конкретно ты там не должен стоять. Не должен. Не должен. Там, смотри, сейчас его выберет. Смотри. А, повезло тебе, блядь. Черепок сбегаемся. Вот пельмени отбегаем. Назову на кого? Хурюк и Карипса словили пельмень. ГЦ. Спасибо. Колба. Сейчас назову, кто колбу словил. Никто не словил. Блядь, повезло вам, нахуй. Запомни цель. 1-1-1-1-1. Это моя тактика, если чё. Ну, вообще одинаково пьется. Хоть так, хоть так. Вообще, да, быстрее. Но это не точно. Это баг модельки именно самой куклы. Красного бьем. Красного бьем. Лужа. Зеленая, выходим из соплей. Берегитесь. Вязкая бедная. Больно, что фрейм закрывает половину экрана. Да и похуй. Я, главное, ноги свои вижу, нахуй, и мне похуй. Видишь, ноги куклы внизу прыгают. Вижу. Прикольно, да? Короче. Ага, прикольно смотреть. Ой, я что-то, блядь. Сбегайтесь в черепок, ну там добьете уже. Так, лужа сейчас появится. Вот сейчас я ее буду пить. Потестировал, называется, трубу. Так, а ты трубу хотел потестировать, да? Ну я ее сегодня выбил с бигдемом. А, с Геры? Да. Выбили, еще и выролил ее. Красный появился. Бьем красного. Племянник, кто здесь? Так, пельмени никто не ловит, я удивлен. Это очень. А тут в следующий раз словить, если хочешь. Ну, ты до цели. Ты должен не... быть радостным. Там ГКД меньше. Так. 3%. Переводите уже, похуй. Уже пельмени там летят. Уже там не стопнешь. Короче, будет вызов зеленого. Сейчас еще и стан будет. Но я лужу успел допить, слава богу, блядь. Смотрите, слизень незамедленный. Милики, сейчас 10 там собираемся возле него. Хуярим, дамажим и сразу Геру давайте, чтобы слизня успеть зергануть. Два раза цель поменяет. Сейчас я к вам подбегу даже. О, блядь, хуя пролагала. Вот, сбегаемся в эту хуйню. Мы там... Все, теперь не бежать на слизня. Ну не стойте рядом с ним, нахуй. Ну не успеют люди... Хорошо, Мурзик. Ну вот как ты туда, блять? Так, все по красоте. Тебе повезло, да? Что он до тебя не добежал, нахуй. Люди или успели? Я на это. Отходим от лужи. Он не Мурзик, он мифик. Ну блять. А Мурзик. Это уже прицепилось. Погремуха. Ты объясни мне, когда я некромантка, прозвали некромантика. То что нормально звучит. Блять, ебаные пельмени, нахуй. Не люблю, не сдохни, сука, захиль себя. Хурюка, а сколько у тебя
Стаков-то нахуй я не вижу. Стаков. Но. Забрал. Ебать, а что вы не сказали? Инола, читай на ХП. Сейчас должно прекратиться, он вроде меня бьет. Воруйте стаки. А Вилане, дай диван по этому, по хукмастеру. Так, ну на мне сколько там? Хукмастер, от меня диван. Он отхилился, да? Да, да. Вот, на мне 4, сейчас готовься, скоро забирать. А колбы, что-то вы не сказали, что надо отвезти. Ты должен был сам смотреть. Вот, 4 забирай, хукмастер. Да помогай. Все забрал. Это, Давакин, надо будет пиздить стаки, отводи. Так, готовься. Я тебе скажу, когда нажимать от отвлекающий выстрел. Готовься. Так... Нажимай. Давакин. Молодец. Хукмастер, обратно. Забери армарта, забери быстрее, 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 хукмастер. Притворись. Берегитесь. На хукмастере один. Так, на хукмастере один. А, два. Все, добьете с ним, с хукмастером. До четвертого добьете. Четыре ляма. Угу. Лужа, выходите. А, запер миликов. На хп там, если еще вдруг, ну ладно, лям уже остался. На хп вон, медар издал. Нормально. Там шкаф ебанете на этом, на принцах. И ресните два тела. Вадикон и Авиланию. Бешеный лут. Пиздец вообще. А челик то в кукле реально молодец. А другого лута вы не получите. Бой, ты слышал? Да. Ты молодец. Какой челик в кукле? Я что ли? Я слышал. Скажите, они. Это был ностальгия. В кукле был. А что? Молодец. Вообще, ностальгия, ты молодец, слышал? Бля, чувак с ВЦГ не может быть лохом. По-любому, блядь. Молодец. Защитник, Вадикон, ну я понял, ты хотел на Элема или на Ршама, на кого-то. Блять, интересно, есть кто-то на сервере, кто взял Т-10, купил вместо того, чтобы Т-4 и 3 апнуть? Ну я. Мне кажется, на Альянсе кто-нибудь. Там туп не играет, да? Ну, чтоб ты понимал, я, короче, увидел, как тип собирал на Оню. С одним ауком и вот эту парную триньку, которая там падает, которая, ну, начинает работать только от того, что у тебя еще одна тринька должна быть. Вот, он ее продавал, и из Они десятки он доставал по 20к. Mm. Вот, типа, вот так вот. Я, конечно, все понял, все услышал, но я нихуя не понял. Там есть парная тринька Sony, которая он работает про то только... Он не про то говорит, он говорит про Т-10. А, ну вот, я думаю, да, там есть такие челики. Есть люди, те, которые Т-10 собирали, это Р-шамы, П-палы, П, блять, вары. Негры сейчас собирали. Негры тоже, наверное. Знаю. Осуждаю. А что, обязательно надо эту хуйню сказать, я осуждаю, типа? Ну, они, конечно, они и произносят. Мне кажется, это уже какой-то... Да мне что-то не верится. Мне не верится, что это требует так на Твиче там какие-то админы. Запусти там стрим. Если там они стримят, то да. Запусти там стрим, вот, и мы посидим там у тебя на стриме. Если админы, типа... Это те челики, которые, блядь, сидят на стриме. Хочу посмотреть, насколько быстро у тебя его забанят. Да мне нахуй этот стрим, я, блядь, вон видос. Это, а может кто-то сагрить там какой-нибудь прист, какой-нибудь лапка? ДК тоже. Я мандарин чищу, мне некогда. Не понял. Оставь. Красавчик. Ах ты мудак. Вы видели? Он не грипнулся, тварь. Он пидор. По-любому.
пегры не дорас. Ну за такую хуйню точно не забанят. Ну, ну все, модераторы спать ушли. Ну это вряд ли. Он еще тактик. Череп поставил. Только не сагрите пачку. Давай, врывайся мне. Хорош. Ай, потонулся. Респект. Ребятки, кто на Синдере спать пойдет? Прожимайся, хукмастер. Ну, им крылья были. О, давай Кейн пойдет. Черепок зергаем. Не забирай, хукмастер, он тебе и так все могу. Прожми, не зыбку что-то дайте ему какой-то сейф, ага. Некрона хуярят, нахуй. Вон, двух типов уже минус, нахуй. А не вагоны? По-любому, блядь. Раз сдохли, значит, блин, вагоны. Блять, а сейчас-то чё, нахуй? За что просто, блять? На престета. Просто так, блять. Ну, чтобы не дамажил много. Пиздец, просто, блять. Иди дальше мандаринку чисти, чё ты, блять, уёбал? Ну, мы тебе время дали, а ты выпендриваешься. А это трэш ему время дал. Я дерьма не потерплю. Никакого не откажу. Давай, хуя. Здоровый, как шкаф. Он дерьма не потерпит. Никакого ни от кого. Негромантика. Ну, блядь, равника разъебали. Ну, как обычно, хули арго... арго сорвал. Арго, блядь. Ну, да, видели, цель... видели фильм Арго? Арго, не. Про чё там? Ну, блядь, золотая цепь, или как она там называется? Мантия. А, там про негров. А видели фильм этот? Золотое это... руно, или как там нахуй? А, ну, золотое руно, арго, или как-то... Неочищенный мандарин. О, нихуя, есть такой фильм? Да. У нас бидон отпалился. Бидон, как дела? Бля, и натопнулся. Никак, он отвалился. Слушай, ну это серьезная хуйня, мне кажется, надо тебе заходить. Не стоит. А уже выхода нету. Поспрашай, кто-нибудь, может, сидит. Не, ну ты отыграешь же, да? Там хули танчит. Конечно. Ты же лемом, да, зайдешь? Че, упал, нет, что ли? У меня лема нету. У него лем КД. Я паладином только могу, потому что лемом я отошел в первом рейде. Так, вы... Ой, вы прохилите... Да, и лично не был. Вы прохилите вчетвером этих принцов? Посмотрим. Это даже негр справится. В натуре. А чё, злобный там почелился? Ну? Давай, 30 секунд, короче, ждите его еще. Подожди, не добавляй. Ну я пока кикну, вдруг, чтобы не забагалось ничего там. Ну, вот это. А, спроси, есть хил, ну, на 25 оп. Будет инвалид, нет, стоит танком. Ну, либо ДД. Это, пошли бить нахуй. Я двоих, ты одного. Ну все, я захожу лингером. Ты на, так, ты грузись пока. Я на лавану еще призойду. Там хламобот стоит в дверях. Еще кому надо починить, чинить. Закупайтесь. Ностальгия где? А, он бегает. Это, отдаю отчет. А, тебе быстрее.
Талдаром бы кто-то напуливал нахуй. Хант есть, который чувствует шатность. Ну ебаный в рот. А Вилания, блять. Ну. Дай посеса льву нахуй. Давайте, Гери. А вы во время боя не напуливаете? А, вот, вижу. Бомбал пойдет. Успела, успела захуярить пацана нахуй. Ебать, Войт у тебя лагает вообще по-дикому. Пидоры, блять. А вы кинетику, сука, бить будете или что нахуй? Келеси-то не трогайте, не дай бог сферы сейчас с танка улетят. Ага, хукмастер вылетел. Это... Стоп, это самое, стопните дамаг по всем. Стопните дамаг, уйдите от боссов, стопните дамаг, все уйдите отсюда. Не бейте босса, съебите все, станьте на рейндж и спокойно хильте меня. Алло, нахуй, как слышно? Уйдите, встаньте и смотрите. Ждем 20 секунд, сейчас поменяю цель. Сейчас я сверку еще заберу. Смотрим на негров. Думаешь, добьете 10 лямов? Конечно, нахуй. Так. Все. Где эти пидоры? А, они здесь где-то. Сейчас их надо как-то выбрать. Кто там с них активировался? Вот Валанар. Черепок стоит, вот хуярьте его теперь. Дал не зыбку. А КД. Вы хуярьте точечно. От Келеси-то сейчас отведу, он все равно не будет бегать. Да добьете 4 ляма. А сфера падает. Да мудаки нахуй. Ну ханту похуй хоть делать. Добивать это. Ну а хули хант нахуй? Ну есть и другие нахуй. Короче, если чё, я не вылетаю, Линкран. Ну, понял. Ну, в Гере, если чё, мы вайпались нахуй как бичи. Вон, Талдаром цель 30 тысяч. Ну, понятно. Там не от этого зависело, не от танка зависело. Не спульте только трэш там. Танк вылетел нахуй. Я лутаю моба. Кольцо на хила, крит МП5. Хилы. Так, Эрдрух и Прист, грудь. Ну, параша полная, на распыл. Параш, не параш, но кто залутал? Ты на распыл забрал. Почему Инола ты не забрал это кольцо, скажи мне? Не знаю, вроде не нажимал никто. Хукмастер зашел, нет? Сейчас мне могут дать. Мне дали стан, примораживать я мобов. Я в стане 5 секунд еще. Ага. Там Рога просится отдыхать. Чего он просится? Подыхать? Отдыхать. Ну я не знаю, что какие-то траблы у него. Подохнуть он может в любое время. Ну я-то могу заменить. А что у тебя за траблы? Прям лупаться надо, да? А, пусть объяснение в чат напишет. ИРЛ у него что-то.
Это просто, наверное, много негров слишком в чате. Нет, так и запишем 320 DPS рейд. А, кстати, Войд, хотел предложить, короче, до арты время, ну, у тебя обозначенное, но... А, до 12.00, короче, по сибирскому, если что. Угу. Те, кто, короче, в это время остается, получает, короче, определенное ЕП, сколько боссов убили. А те, кто после, ну, там на твое усмотрение, Релла. Ну, я так и накидываю. Да, я тоже не против. Просто, ну, вчера там какой-то загвоздка от топа была. Так что, ну, как бы, блядь, я согласен с ним, короче, но не на все 100%. А чё, он реально из-за того, что слишком много про негров говорят, ушел, да? Вот этот пацан? А, насчет этого я не знаю, ну, как бы, насчет того, что, типа, он не согласен был с начислением ЕП, то, что он, типа... просидел, короче, полтора часа плюсом. Я не про топу, я про вот этого рогу, который Карипса ушел сейчас время. Нет, он пишет, что у него семейные какие-то там проблемы. Насчет его я вообще без понятия. Там люди, которые знают, пусть объясняют ситуацию. Наверное, это дело во мне, блять. Думаю, нажимает. А ты тут причем Биг Дэм, блять? Ну и не говори. Я не знаю, типа, нахуй, опять трэш, я лежу, блядь, нахуй. Я бью просто одного моба там, блядь, ну, одной мышкой кнопки. Не, а это понятно, что у тебя, блядь, одна вот так, атака, блядь, нахуй, с руки, нахуй, все сорвал агро. Руки, да. Мне становится говорить. Не, есть люди, которые, блядь, нахуй, ну, как бы, один раз ударили, и все, и агро на них летит. Это, блядь, Биг Дэм в том числе, нахуй, варом своим. А во-вторых, идет Песа, блядь, тоже частенько на него агро слетает. У Песа, наверное, таланта просто нету. Не, почему? Просто он, наверное, нет, много просто, дамажит. Нет, просто кое-какую кнопочку не нажимает. Ну, возможно, я не спорю. Просто, как бы, ну, крита вылетает, когда первые, тогда агро на него слетает больше всего. На любого персонажа. Это никто даже, блядь, насчет этого, нахуй, против не будет. Даже негры? Даже, наверное. Да, ну... Ёбаный в рот. Осуждаю. Так, а сколько у нас стримеров? Бля, давайте на эту хуйню КД давать. Я не знаю, КД? Хотя бы раз в час даю эту хуйню. Да, раз уж говорить негр. Не, я вообще просто, не, я просто, видишь, я даже не могу понять, почему так. Я даже не знал, что такое в жизни бывает. А что, ну, это же обычное слово, как, а что там на Твиче, вы бабки с Твича получаете? Да просто это не смешно уже, типа... Не, дело-то не в шутке. Деле, вот, а чувак, который прикалывает постоянно, негры, это кто вообще, может? Не... Я не знаю даже. А это был не Войт разве? Так я... Понимаешь? Войт тоже, кстати. У меня комплексов нету по поводу негров. Ну, типа, тут ничего такого. Мы же пороплили, а сейчас не, это не, тупо это рофл, да. Я просто, ну, я из другого мира, наверное. Мне как бы похуй. Но... А неграм нет. Будет у тебя сколько. Тут, по-моему, всем похуй, кроме хватает. Одного, блядь. Чего вы переживаете за негров-то? Этот. Хистория, ты тут? У них все нормально, да? Да, тут. Заходи. В полях я работают сети. И норм. У него есть аршам. Лингрен, танк, ретрик, кто же тут? О, зайди на Илею, история, блядь, крит, дай. А Синтек что, не играет или у него КД? Ну, ну что-то обиделся. Он вчера, да, он сейчас сказал, что будет искать вырезку со стрима, там, где у него поезд отжали. Поезд, хуёс, блядь. Там перекур. Блять, какой нахуй перекур, блять. Да он негромантник. Ну хотите, я могу попробовать похилить вас аршамой. А ребятки. Не, мы... давай Лемом. Попробуй. Мне просто интересно, блять. Ну, Лем это, конечно, заебись. А что там сделали Лемом Т4? Да, мы сделали. Вот как получается. Включили.
Это все круто, ребята, я очень это все понимаю, блядь, это интересно. Но вот у нас нету хэпала в рейде. Синтек обиделся. Так я теперь должен что, нахуй? И танчить, и заходить хилить, нахуй? И так и должно всегда быть, что ли? Почему так, блядь? Че, процессор сменить? Че, обиделся. А че он обиделся? Ну, нежный. За чего он обиделся? Ну, он не обиделся, он больше так. С днем обиженных. Не, либо у него... Реально, что происходит? Времени. Я вот сегодня обиделся, нахуй, никто здесь с Герсона не пошел, блядь, я с пугами ходил. Лингрен, ты где там? Я здесь, надо зайти, нет? Ну да. В смысле с пугами я с тобой был? Ну, три человека с гильдии, остальные все пуги. Вроде в жопу его ты обижен? Ну так вот, типа, я обиделся и в рейд не пришел, типа. Я не знаю. Проджин обиделся, тоже ливнул. Стори, заходи или ему? Я уже КД поймал. Да похуй вообще. Ага. Тебе какая разница? Так. Я дорогу багруху залутаю сейчас. А-а-а. Сейчас я зайду, пати кинешь. А Лингрен кем идти? ДД и танком? Танком. Окей. У меня игра вылетела. Танк должен... Сейчас сижу, я не понимаю сейчас, что происходит. Ты просто 2000-х годов. Не олд. Зумер. 2000-х годов рождения просто, блядь. Младше. Ну да, блядь. 2001-го, хочешь сказать? 92-го. Хуя ты, блядь. Сука, ну у меня вылетает, нахуй. Ну я не знаю, у меня белый экран, нахуй. Ёбана в рот, нахуй. Спасибо, что не чёрный, блядь. И не синий, нахуй. Да. Чёрный экран? Осуждаю. Это Виланя сказал, да? Не. Не, я молчал. А Виланя сидит в ахуе, у него лицо просто... Да не, просто я типа всю жизнь вот такое слышу, мне уже как-то даже... Типа похуй. На резисте чек-чист. У тебя этот... Ну да. Хейт-резист, да, максимально? А как ты это всю жизнь слышишь? Ну то есть, как это, блядь? Ну, блядь. Ну в школе типа дрался часто, а так уже потом... Ну, нет, все адекватные не были. Живет. Не, в смысле, а в школе, ну как, к тебе подходили и что говорили? Типа... Ну, прям, да, типа, негр, блядь, там, ну, негрила, там, блядь, что угодно, блядь, обезьяна ебаная. А ты там, Пушкина, блядь, там. И это при том, что ты мулат, они даже не различают, да, что такое мулат? Не, да, не, ну, типа, детям похуй просто. Никей, говорит, сюда иди. Ну, это пиздец, конечно. Ты бы сказал, да я сыбиться, пацаны, все нормально. У нас был... Да я в Солярии, блядь, родился. Так, я... Ну, надо, знаешь, я прогрузился, прогрузился. Эсумонти. Типа, блядь, вы думаете, что я хэпала зря делал, что ли? А вот то, что Эрелла передали, там не это не про... А вот сейчас КД принял. Так, ну я, короче, кресты даю, а вы что хотите, давайте. Нормально, блядь. Ну хули, у меня тут крест... Могу дубу дать. Дубу не надо. Кто со мной второй танк? Хукмастер, ты будь первым танком. Лингрен на первой взлетке, Хукмастер на второй. Я еще добавлю Массакру на второй. И на первой взлетке Рарник Мастераур. Так, Лингрен, вот тебе частичка. Так, где рыба, сука? Сейчас, секунду, блять. Чек на пул. Не-не-не-не, Хух еще не спекнулся. Багруха анрол. Поставьте все ауру коня, вроде. Осуждаю анрол. Так, поставлю ауру на броню. Все, осуждаю коня. Осуждаю тех, кто осуждает. Все, я забыл тактику. Пэса готов? Давай еще раз. Это хилы, ну короче, это, ну вы знаете, да? Пэса. Знаете, Рус. Пэса. Ты что скинул? Пэса. Блять. Вы знаете, Пэса. Я понял, это потому что я вылетал. Алло, включи стрим. Ёбаный в рот. Кто начал раньше? Него. Не сдохните только. Осуждаю. Но Песо так и не принял, он стоит. Ислам? Так, мне надо бафнуть какую-то хуйню. Песо, ты тут? Песа, блядь, быстрее подходи, Песа, прием, тени.
ДПСа. Ёбаный в рот. Короче, я просто кастую, на кого бог пошлет. Повезло, не повезло. Молитесь. Так, тени Геншин. Да, блядь, перейдитесь вы, блядь, нахуй. Хули ты стоишь, блядь, на месте, вообще не шевелишься, блядь. Сука, мудаки, с красными лучами сбегаемся в точку, чтобы не исчезли. Будете Биг Дэма расстраивать, нахуй, кикну, нахуй, сгидли. Чи, блядь. Ты говорит, ебаный, а? Биг Дэм, блядь, на туре тут задержался и так надолго. Он должен вообще уже в это время игру... Спать дома. Ну, в смысле, нет. Ну, не должен играть в эту игру вообще. Он только из-за милости к нам играет. Все ради него. Может, это совсем он? Заебал. Да они там где-нибудь поближе всякому отсосать, блядь, не надо мне таких, блядь, пожертвований, блядь. Ёбаный рот, ну. Пиздец, ты это убил, блядь. Это, рынжу, дайте рынжу, нахуй. Негра, дай. Кусай, я вот рядом с тобой стою, кусай меня. Ну, ну хуя ты не люблю щиты кусаешь, блядь. Тебя другой укусил. Я понял, там. Этот, ностальгия Риса Керуса. Дайте, наверное, не люблю щиты. Ну, ты говоришь, дамаж, блядь, ты говоришь, дайте нахуй, ты говори хоть ник, блядь, а туда тебе все. Я сказал, не люблю присты, не люблю. Да не свой ник, нахуй. Осуждаю, осуждаю. Тихо, и Неола сдох. Керус, резай и Неолу. Конечно, все весело. Так-то, чтобы вайпнуться, тут много не надо, ребята, блядь. Вот и Неола. Сколько надо? Да закройте рот, нахуй, алло, блядь. Пацанам не мешайте, они хилят, блядь, мы сейчас упадем нахуй. Хилу кушаем вместо ДД, блядь. И Неола, давай гимн на ХП, на ману, на ману. Что-то вы... Забыл, что... Что-то вы охуели, пиздите до хуя. Я забыл нахуй, я сейчас умру нахуй. Нет. Я забыл, что надо кусать. Не проебите укус, только вампира не превратите. Сразу сотку скину, хоть убьем, хоть не убьем, сотка за вампира будет. Укус обязательно да, передай. Ну... И еще, бичи, не кусайте, сука, хилов, возьмите себе за правило. В гере хила, не дай бог, раз укусите, сразу 300 дам. Если кто-то с вас в геру вообще ходит или планирует ходить. Вот сейчас будет взлетка, готовьте сейвы. Так, хукмастер сейв. Романтику кушай. Одно еще прям из первого трая убьять. Ну потому что я это. Потому что ты в хиле? Нет. Я вообще бомж. Иди сюда. Потому что негры молодцы. Вот смотри. Вот нахуй. Ебать. Да, дауны, сука, блять. Кто лужу разлил, Саш, смотри. Я, наверное. Биг Дэм, нахуй. О, ну или это 200. Нехуя. Только не говори. Не будем ему сказать. Подожди. Мы убили босса. Ты будешь ему давать? Да я могу дать, нахуй. Я думаю, я думаю. Давай просто контрольный вопрос. Не, ну тут ты знаешь, как пацан сказал, пацан. Все, тихо. Это контрольный вопрос. Тебе ИП на приста или на вара? Не, на давай вара. Наоборот. Я думаю, не стоит Биг Дэму давать ИП. Мы убили босса. Не, я могу и не давать. Ну так-то, ну это залупа полная. Ну разговор был за укус вообще-то, блядь. Начнем с этого. Разговор за укус. Не. А, разговор был за вайп рейда. Не, вампира, про вампира.
Про вампира. Да, превратиться в вампира, а он-то да, всего лишь да, лужу под мили раз. А я всего-то лужу разлил. Ну, да, он лужу разлил. Да, я говорю, ну тогда вайплей, ладно, да. Тогда 200 ебэ. Да, тогда не... Одна красавка. Да, 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 отсосите ему. Тихо, тихо, нихуя. Ребят, ребят. Сколько там хейтеров? Давайте простим. Давай простим. Ну давай, короче, сейчас, сейчас, короче, на колени встаешь. Лингрен, Лингрен согласен простить. Негр прощают. Сейчас, короче, встаешь. Сейчас, короче, Биг Дэм встаешь на колени и пишешь: негры, простите меня. И тогда, ну, не будем говорить. За все издевательства над Авеланией, нахуй, в школе, блядь. Нет. Да, в натуре просто переслушиваю. Сука. Как будто запись сделал. О, босса. Пидорасы, блядь, смотри, у трэша, то есть. Как ты сказал, пидорасы и быдло, да? Бичи, блядь. Да. Ну кто булил его? Те, кто булил, пидоры, да, по-любому. А чё, хилов нету? Вот это унесло мне. Ну вот я сейчас только что принял сумон и начал захиливать этого. А, ну у меня еще маны нету, нахуй. Бичи. Я тоже без маны. Оставьте тотем. Дайте гивн. Да, конечно, дай на маны. Вы вот без маны, а я без какой маны. Нахуй тотем, умник нахуй, шамана нет. А-а-а. Ага, блядь. А ладикон. Я сейчас дух печать не обновил, нахуй, кастую долго. Что Вадикон, блядь, ты вообще нуб, нахуй. Не понимаешь, что такое Ршам и Энх? Да. Мне кажется, вот эта вот тролльская тенденция, вот эту всю хуйню подсирать. Надо наказывать. Я вас, сука, спалю, я долго терпеть не могу. Вы бы высушу. Так надо да, просто возвращать. Вон, на нерплей поставь что-то. Себе, чтобы в Дискорде видеть, кто говорит, нахуй, смотри, на... блядь, твой. Так я и так вижу. Чтобы у Войда, блядь, один FPS был, нахуй, всегда. Вы имеете в виду, я вот, ну, на хиле сижу, типа, если я буду, ну, заниматься смотрением Дискорда, то вы тут, ну, охуеете, нахуй. Не, может, и можете захилить, конечно, но, типа, блядь, имейте совесть, нахуй. Все это, конечно, сейчас весело, но до поры до времени, нахуй. Я вам серьезно говорю, сейчас без всяких шуток, нахуй. Вот эти смехуёчки, нахуй. Так-то сейчас уже то, что вы показали на лане, нахуй. Вот некронотик, или как он там, ДК этот, нахуй, вампира превратился. Что у тебя, сука? Нету кнопочки 1 и подойти к человеку, и укусить его нельзя, что ли? Двух хилов укусили, вообще дауны, блядь. Не, я, как бы, когда на меня повешался, 0 секунд оставалось, на меня повешалась эта сцепка. И кто-то из миликов не выбежал, РДДш не подбежал, я на это время потратил. Потом кого кусать, только хила рядом был. Ты сказал хилов не кусать. Ну и все, и как бы время прошло, и я взялся в контроль. Ребят, 10 секунд на укус. Опять негр виноват. Ладно, в таком случае, в обычке, по крайней мере, ты кусай лучше, не превращайся в вампира, то ты мог бы полрейда разъебать. Если бы там еще, ну, побольше было лямов на боссе. Да и лужа это вообще пиздец. Нормальная лужа была, что? Ну да, нормальная. Я кайфанул. 10 дурачков не сдохли, но отбежать не смогли. А остальные 10 добили, и то повезло, что там лям был на боссе, и это доты дотикали. А если бы это было не так, что бы мы сейчас делали? Мы бы сейчас только пуляли еще раз лану. Вот, мне надо, не отойти на 5-10 минут. Блядь, иди хули. Минусану тебе сотку, блядь. Пойдет. Норм, погулял. Я, конечно, все понимаю, а есть Индер, нахуй, у кого-то вот Керус, нахуй, Ностальгия, вы видите у Войда маны сколько, нахуй? Вот так, чисто для прикола, нахуй. Вот Керус залил, остальные что, как дела? Не вижу, блять. Вот же тоже залей, у тебя фуловая, залей Войду, пожалуйста. Сейчас я, блядь, клятву прожму. Геру надо. Чё тебе ещё надо, блядь? Ты такой, чай будешь? Кофе будешь? Поебал будешь?
Мне кажется, это негры мстят. Что за? Ты? Чё ты, негры-то? Ну, мстят, я имею в виду, ну, то есть, за какую-то прошлую обиду. То есть, месть в них наступила. Блять, а дайте столик. Так не негры же разливают лужи. Какие обиды ты ну, вообще? Да понятно, ну какие-нибудь, но ну, я не знаю, ну допустим... Там сотни лет рабства, там... Да-да-да-да, вот это рабство, вот это хуйня вся. Почему у меня 9700 хпс нахуй, остальные внизу в самом... Я понял нахуй. Я понял, это у меня просто не было этого... Как он называется? Я третью ауру лучше включу, а то вы какую-то хуйню вторую включили. Да, так вот, блядь, и живем нахуй. АПСа, походу, чуть-чуть слово хочет. Откуда стало так много про негров DC? А я даже не знаю, ну... Блядь, кто-то когда-то зашел и стал говорить, ну, типа, в, как это я понял, как это назвать-то, блядь... Назло тому, кто стримит в Твиче, короче. Ну вот я так понял. Что типа из-за этого. Хукмастер справа. Вот рыба. Дайте да, бафы нам. Что так? Лапки нету. Вот. Почему на мне бафов нету, блять? Я хилил без бафов вас. Что за хуйня? Лапка где? Ну вот он так сделал, так скажем, про негров там зашел в DC. Он тут сейчас или нет? А я даже не знаю, кто это был, блять. Там, ну, какие-то новые... Вот, я голоса, видишь, еще сразу... Вот у тебя-то голос запоминающийся. Вот там Авилани, допустим, появился. И, ну, если он часто бы говорил, я бы тоже запомнил. Ну, так примерно а можно. А что, вам негры симпатичны? Я не знаю. А что симпатичны? Ну, просто тут, видишь, как вопрос поднимается. Чувак какой-то, ну, например, кто-то здесь сейчас стримит, и назло кто-то пришел, начал говорить про негров. И, ну, блядь, вот с такой подоплекой. Ну, знаешь, типа какой-то... Диверсант, бля, нет, какой-то. Какой-то чел сидит и высирает просто вот по КД. Вот он молчит, ну, постоянно ничего по делу не говорит. Да. И постоянно там про негров что-нибудь ебанет, нахуй. Про отсосу, там еще какую-то залупу, блядь, нахуй. И вот не, просто ну, вот сидит. Я считаю, что это, блядь, вообще человек не, блядь, ну, не дальней видности. Можешь сказать, что я голос похож на Хурюка, блядь. То ли это Хурюк говорит, то ли я не могу понять. Тут, в принципе, остальные голоса я плюс-минус... Дружище, кто выкрикивает про негров, давай, блядь, на братана нахуй, ебани нахуй, и скажи, кто ты есть. Это Хурюк, ну, что нет, ну, не... смотри, а вот я не знаю, кто Артейнис такой, Авелания, Глеб тоже не слышал голос, Бен Стиллер слышал, Дэша кто такой, хуй знает. Дэша от Медарк. А, это вот, ты да, Некромантик услышал, Геншина, Хэлла, Хистория. Не, и давай не... подожди, выясним, реально. И Неола, вот кто это? Давайте него... после РТ выясним. Она тут Песа просто потом найдет. 15 минут РТ осталось. Мэтт Фокса слышали, нахуй. Можешь вот сказать что-нибудь? Ой, если что, на меня щит. Хурюк, скажи что-нибудь, скажи нигера. А, Хурюк. Вот, ясненько. Все, все понятно. А вот и крота нашли. Не, ребят, кто там вообще там, блядь, как говорится, нахуй, расист? Сразу говорите, ну. Может сейчас. Ну, поджирного масуху разбить сразу. Там, блядь, и не, блядь. Дело в другом, просто дело, блядь, в том, что чувак хуй знает почему. Может, ему, блядь, комп не позволяет, блядь, стримить. Может, что-то еще. И он просто другим назло делает говно. Ну, то есть, как бы, вот такое скотское поведение у чувака изначально. И он среди нас, и он, блядь, Фредди. И, вероятнее всего, это Хурюк. Поскольку, когда я его замутил... Нет, он не умеет говорить, Хурюк. Чего вы, блядь, доебались? Хуй там плавал, нихуя. Он все это говорил, а потом его вычислил, блядь, замутил. И этих негров стало меньше. Потом его опять размутил, и бах, негры появились. Хуй знает, Хурюк это не Хурюк. Опа, там, хуяк, на самом деле, в DC не так много человек, которые, блядь, ну, говорят. А, подавление. Могут... Это все. Не, мы этого чувака выясним, нахуй. Мы его вычислим. Выебем и высушим. Возможно. Подавление слева до хуя, пожалуйста, убейте его. И не говори. А всем похуй, нахуй. Да я видел, как, блядь, милики побежали нахуй жирного бить, блядь, все.
Я видел, как коты туда бежали. А видел, как ШП стоял, кастовал в подавление? Лайк. А потом я видел мага и ШП, которые кастовали в подавление, блядь. Все, больше никого. Я видел, стрелы в них летели. Блять, хочу я магом тебя поиграть. Сразу. Интересный стрим какой. Придать тебя погонять? Погонять не надо. Мага можно. Подавление справа. Убейте подавление. И слева тоже. Слева один. Справа много. Справа свечка. Убейте свечку. Саргащ. Вот жирный, когда выходит, разливайте под него УЕ прям моментально. Чтобы он не бил трэпок. А там УЕ это действует такая приколюха, хан ставит свою ловушку, они, короче, все такие замедляются. Да. Ну да, есть такое. Ой, после следующих порталов выйдешь, сразу прижимайся нахуй, как летишь. Я тебе дам поездку. Подавление справа. Много. Слева, слева три. Подавление, мужики, подавление. Вот жирного не бейте, подавление. Торгаешь. Так, давай. Сколько стаков? 52. 52. А чё, Гера нет? Заебись. Не нужна Гера, на нём ПС. Не, можно Геру сдать, в принципе, быстро захилят. Да он и так и захилит её. Может сказать, он так под Герой. Я его подавляю. Не, не успеваем, что там, 4, 3, 2, 4% не захилили. Ща бинтами захилят. Ща захилят. Ну так захиливайте. Я гибну на неё дал. Во, 1% бинтами сюда. Я не могу в неё исповедь кастовать, лол. Флешками. Ну чё она не встаёт? Уже. Когда не встаёт, это хуёво. Это вообще хуёво. Ну, если у мужика. Если у бабы. Не, ну если у бабы. Ну, ребятки, смотрите, топ плащ. Ну, не считай Гера. Чак Норрис, охотник? Ну, Чак Норрис не охотится. Дайте это историю, 100 хп, ой, бля, 100 ип, он 30к бинтами нахилил. Ебать. Это не было бы говорено. Так что это сугубо твое мнение. Это по-любому ПСа надо, блядь. Блядь. Думал, успею, не успел. Вхожу в клуб на автопилоте. Я оглядываю сразу весь зал. Я вижу все черные лица. Я дерьмоник. Ой, негр, что ли? Так это, блядь, войт начал. Так мы вычислили. Это же войт. Блядь, что он говорит весь рейд? Да в смысле, блядь? Черные лица, что тут такого? Я дерьма не потерплю никакого ни от кого. Может, он в балаклаве. Там как? Там, да, там поется. Книга песенка. Что-то. Блять. Ну, черный бигуди называется песня. Мальчишник, блять. Я говорю, мега песенка, мальчишник. Там нахуй эту хуйню разводишь, блять. Или как минимум, нахуй, поддерживаешь. Нахуй тебе это надо. Я даже не поддерживаю.
Нет, ну нахуй ты начал какие-то черные хуёрни. Я даже вот не стримлю, я сейчас не за стримеров. Просто, ну это пиздец, блядь. Вот интеллект, нахуй, беседы нулевой. И бучие негры какие-то фигурируют. Ну, так-то да. Подожди, ребята. У каждого свое мнение. Так что вы не осуждайте никого. Это, короче, как было. Ну, где-то в 2009 году челик, ну, мы общались в чате. Заходите в комнату. Значит, в чат тогда комфорт еще был, может, кто-то застал. Тех года. 2007-2009. Вот и челик, короче, скидывает эту песню, блядь. Он говорит, вот, говорит, охуенная песня. Я включаю, а там вот эта хуйня. Ну, оно понятно, что песня не, вообще неприятная. Ну, но она прикольная. То есть, ну, возможно, неприятная, но никто не имеет права ее осуждать. Напился, все. А тут даже непонятно, ну, там, осуждают, не осуждают. Она какая-то, как это называется, пародия или что? Вот что-то такое, типа пародия на что-то, какую-то гангстерскую хуйню, на какой-то образ жизни, наверное, вот этот гангстерский. Да вообще поебать, на что там, на гангстерский тип и не на гангстерский тип. Ты понимаешь, что ты не можешь осуждать человека, который, блядь, может, типа, ну как сказать, кикнуть. Он к нему благотворит, нахуй. Благоволит, да? Ну и благоволит, благотворит, нахуй, вообще поебать. Ну да. Это не в твоем праве. Так-то вообще никого нельзя осуждать. Вот есть же, например, да, такая хуйня, называется... Я не помню, как точно. Пес, дай плащ по-братски. Че там, бискар заканчивается, давай же бутылки. Давай, ебаш. Чтоб диван не вылетел. Ну да, обувал диван. И в щель не сдуло. А, самое главное, да, ПС, от тебя главное в щели, чтобы не было. Неолом, ну ты там вообще не должен стоять. Вот так, для справки, выйди оттуда. Ты не милик. Человек, походу, не знает тактики. Ребята, милики нахуй отсюда ушли. Вот Керус уже сдох, Хурюк сдох. Ну, не успеваешь распрохить. Зачем вы стоите под вихрями, под этими? Керус, арестуй. Ребята, зайдите все в центр. Короче, ты мне Трисию напоминаешь. Челика, вот он так же это... Бывало. Все в центр. И притом не часто, ну, бухнет, и вот так вот у него язык заплетается в рейде. Бля, угарно так. Трисия вообще... Он белорус. Бать, даже где-то фотка его была, блядь. Наверное, не в этом дисе. Бать, такой тип вообще угарный. Они как-то бухать пошли, короче, то ли в сауну, то ли куда. Один, значит, высокий и худой. Трисия такой полный, ну, 180 где-то и 100 килограмм, ну, 110 такой. И, короче, и еще один очкарик худой. И, короче, эти два очкарика, ну, два худых, блядь, дрища, пару кружек и упали, блядь, на стол, нахуй. Трисия сидит такой, блядь, фотку, нахуй. Сидит такой, блядь. Лыбится, нахуй. Эти типы лежат, блядь. Потеряли пульс, нахуй. Бывает. Ну не вывезли, пацаны. Против такого не перепить, блядь, никак. Мне кажется, меня уже пол рейда в мут кинуло, нахуй. Думаешь? Ну чё, может быть. Никто просто же не может. Можешь чек сделать. Вот, Геншин меня вообще люто ненавидит. Так бы, если был бы я не РЛ, и так бы пиздел, он бы меня точно в мут кинул. Да не, брось. Я думаю, тебя слышит. Слышит, слышит. Ну, если он тебя мут кинул, знаешь, он тебя должен не слышать, правильно? Так голова раскалывается от всего флуда, который здесь происходит, это пиздец. Вообще, у меня такое бывало, что да, вот попадаешь в рейд.
не знаю, у меня сейчас то ли какой-то иммунитет, у меня сейчас немножко болезненное состояние. Вот на работе выпил таблетки, вот, ну, перед отъездом. Буквально. Буквально сколько? Ну, буквально 4 часа назад, чтобы голова не болела. У меня голова болела. Вот, может, у меня поэтому голова не болит. Ну, такое состояние, знаешь, сонное. Вот. Хук, давай собирай. Закончу.